Законопроект, который мы приняли, поправки в законопроект в июле этого года, позволяют до 30% средств, выделенных на отлов и содержание безнадзорных животных, тратить на строительство приютов. Дело в том, что за исключением нескольких городов крупных, там Петрозаводск, еще нескольких городов, у нас вообще таких приютов нет. Мы своей поправкой добавляем еще 2 миллиона рублей на эти же цели. Единственное, конечно, что изначально мы планировали большие деньги потратить, но понимая о том, что бюджет сейчас сверстывался хоть и бездефицитным, но достаточно с большим трудом, и сегодня на ЗС вы видели, да, насколько тяжело каждая поправка проходила. Поэтому мы пока нам удалось договориться о сумме в 2 миллиона рублей, но я надеюсь, что в первом полугодии 2018 года нам удастся еще дополнительными поправками еще часть средств изыскать. Тем самым мы дадим возможность нашим образованиям, муниципалитетам, регионам, районам все-таки изыскать возможность построить приюты для того, чтобы, ну, я же повторюсь, передерживать безнадзорных животных. Это первый шаг, я надеюсь, что он не будет последний, потому что по нашим оценкам, нам еще понадобится для того, чтобы полностью закрыть эту проблему, ну, где-то еще в районе 7-9 миллионов рублей. Ну, будем работать с правительством. Во всяком случае, сегодняшнее голосование показало, что наши коллеги нас слышат.